Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие наши друзья, досточтимые отцы, матери, братья и сестры и уважаемые гости нашего любимого города Тихвин. В этот предпраздничный вечер всех нас здесь собрала Пречистая наша Божия Матерь, Богородица, через ее чудотворную тихвинскую икону, которая вот уже 15 лет пребывает вместе с нами в ее родном доме, Тихвинском Успенском монастыре. И, предвосхищая радость многих встреч с выдающимися героями этого исторического события, я имею честь в самом начале этого вечера пригласить на эту сцену нашего тихвинского архипастыря, преосвященного епископа Мстислава. Концерт открывается торжественным мероприятием, посвященным 15-летию возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в свой родной дом. Сегодняшним вечером мы с вами увидим встречи с удивительными людьми, представителями семьи Гамбас в лице отца Александра. Конечно, тех людей, кто имел непосредственное отношение к возвращению иконы Божией Матери. А сегодня, конечно, город Тихвин, как свидетельство сегодня возрождения нашего города, возрождения Тихвинской епархии, а самое главное, возрождение тех людей, кто сегодня прикасается к чудотворному образу ее иконы Божией Матери Тихвинской, которая приезжает в нашу обитель, наш город, и получает и духовное исцеление, и получает ту радость, которой сегодня мы и поделимся своим впечатлением. А самое главное, сегодня мы сорадуемся о том, что Божья Матерь вернулась к нам. Вернулась за то время, когда период отступления от Бога, период страдания, период гонения, период, когда наша страна решила жить без Бога, без Божьей Матери, без веры во Христа. И вот страдания, война, много смертей, много событий, которые перевернули, изменили те поколения, которые сегодня, к сожалению, стремятся к Богу, но, наверное, еще много нужно времени, чтобы именно наше покаяние, наша молитва, а самое главное, покров Царицы Небесной, коснулся сердец многих-многих в нашем Отечестве. Конечно, именно сам образ свидетельства о том, что покаяние уже есть, ибо, как всегда бывало в нашем Отечестве, когда наш народ стремился к Богу, наш народ стремился к светлому образу Спасителя, воскресшего Господа, самое главное, конечно, Пречистой Божией Матери. Господь давал нам и, как сегодня мы видим, восстановление обителей, храмов, а самое главное, души людей, которые сегодня стремятся к Богу. Я хочу передать прежде всего благословение Святейшего Патриарха Московского Сергия Кирилла, который сегодня вам передает через меня. Мы встречались с Святейшим Владыкой, и он говорил о том, что, к сожалению, не сможет быть 9 июля, но он всегда с нами, он всегда помнит те события, которые связаны с 15-летием возвращения иконы, и он сам непосредственно принимал участие. И, конечно, мы сегодня сорадуемся о том, что Царица Небесная снова вернулась в свой дом. Я всем твоей помощи, Боже, чтобы этот вечер был нам напоминанием, самое главное, тех людей, кто сегодня не с нами, тех, кто сегодня перед Богом, перед Божьей Матерью молится за нас. И самое главное, тех, кто сегодня здесь, в этом зале, и кто не смог сегодня приехать к нам, что мы всегда, и они всегда в наших сердцах, в нашей памяти, за ту великую любовь, за ту помощь в возвращении Божьей Матери. С праздником храни всех Господь!
сможете, и пахи побеждений будете. Друзья, дорогие гости, паломники нашего любимого Тихвина. Как и 5 лет тому назад, вместе нас сегодня собрала Божья Матерь через нашу родную святыню, Тихвинскую чудотворную икону. Сегодня мы начинаем праздновать 15-летие ее возвращения в свой родной удел, Тихвинский Успенский мужской монастырь. Весь православный Чикаго со слезами на глазах провожал святыню, ставшую уже родной. А когда икона, перелетев через океан, оказалась в Риге, десятки тысяч рижан, несмотря на проливной дождь, стояли в нескончаемой очереди, чтобы прикоснуться к этой великой святыне. Люди несколько суток без сна и без отдыха стояли вереницей, чтобы поклониться тихвинскому образу. А когда наша родная святыня оказалась в Москве, сотни тысяч людей, сначала в храме Христа Спасителя, а затем крестным ходом на Красную площадь прославляли Божию Матерь, сопровождая икону вплоть до отправления в Санкт-Петербург. Сердце северной столицы, Свято-Троицкая Александра Невская Лавра, на несколько дней приняла нашу чудотворную икону, которая затем была перенесена многотысячным крестным ходом в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, откуда уже через несколько дней была перевезена на Ладожский вокзал и по железной дороге доставлена до родного Тихвина. И тогда уже не только весь православный Тихвин, но и поистине вся православная Россия встречала свою долгожданную небесную покровительницу через ее чудотворный Тихвинский образ.
За эти 5 лет в жизни каждого из нас произошло многое. Несомненно, благодаря покрову Царицы Небесной свершилось много хорошего, и уверен, что у каждого за это 5-летие есть что-то счастливое и сокровенное, за что мы благодарны Божьей Матери. Но за это время и многих из нас оставили наши близкие. Оставили только здесь, на земле. Но не оставили, никогда не оставят своей небесной поддержки. 19 октября 2015 года отошел ко Господу наш дорогой любимый батюшка, хранитель чудотворной Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, протоиерей Сергий Горклавс, который 5 лет назад возглавлял здесь вечер. Добрый вечер, глубоко уважаемый владыка, всечестные отцы, дорогие земляки и гости нашего города. Сегодня для меня является большой честью стоять перед вами на этой сцене и вспоминать чудесные события, возвращение Тихвинской иконы Божьей Матери, которые перевернули и изменили всю мою жизнь. Благодаря этим событиям я имела честь, как и многие из вас, познакомиться с отцом Сергием. Наша встреча состоялась в 2004 году. Конечно же, это событие не могло состояться без хранителя Тихвинской иконы, без его участия, без его доброй воли и воли многих людей, которые находятся сегодня в этом зале и которых уже нет с нами. Многие тихвинцы и я с большой любовью вспоминаем отца Сергия. Последние годы жизни он прожил вместе с нами в Тихвине, рядом с монастырем. И очень часто мы видели его гуляющим по городу. Любой человек мог подойти к нему, поговорить, спросить совета. И батюшка всегда с большой любовью откликался. Для каждого находил доброе слово. Когда проходили литургии в монастыре, очень многие тихвинцы хотели попасть на исповедь к батюшке. И очень часто он приходил к нам в музей, расспрашивал, как идет наша работа, что мы делаем, чем занимаемся. Рассказывал о своей жизни. И, конечно, он с большой любовью вспоминал людей, с которыми он прожил, с которыми он прошел свой земной путь. Это матушка Александра и его духовный отец, владыка Иоанн Горклавс. Вот в ходе нашей научной работы нам удалось установить один интересный факт. В годы Первой мировой войны Тихвинский полк охранял побережье Рижского залива. И тихвинцы своему родному полку решили сделать подарок. Они собрали деньги и написали ополченную Тихвинскую икону Божьей Матери, которую преподнесли полку на Пасху 1916 года. В это время Тихвинский полк закончил свое служение в Рифлянской губернии и был переправлен в Австро-Венгрию. И путь их лежал через многие города и села. И что самое интересное, в ночь с 25 на 26 мая 1916 года наши тихвинцы с ополченной иконой, списком с чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери ночевали в деревне Убинорм. Сейчас оно носит название Умурга, в которой родился и вырос будущий владыка Иоанн Горклавс. И вот такие жизненные ситуации, которые освещают нашу жизнь, наш путь, встречаются и в нашей жизни. И вот Тихвинская икона Божьей Матери, таким образом, задолго до того, как владыка Иоанн Горклавс стал хранителем иконы, коснулась жизни его и его семьи. Поэтому эти замечательные батюшки, владыка Иоанн Горклавс и отец Сергий Горклавс, навсегда останутся в нашей душе, в нашем сердце и в народной памяти. Благодаря им мы с вами живем
под покровом Божьей Матери. И пусть наш город всегда остается домом Пречистой Богородицы на Тихвине. С праздником, дорогие земляки и гости нашего города! Батюшка, отец Сергий отошел на небо. Но благодарение Богу, сегодня вместе с нами, здесь, в этом зале, присутствуют его дети. Протоиерей Александр, Мария Смит и Георгий Гарпас. Сохраняли наш родной чудотворный образ на дальней чужбине в Чикаго и всей семьей приняли судьбоносное и историческое для всего нашего русского народа решение о возвращении Тихвинской иконы в свой родной дом. И я имею честь пригласить сюда, на эту сцену, это поистине для всех нас святое семейство. Протоиерей Александр.
его родная сестра Мария Смит и их родной брат Георгий Горбатский. Почетные гости, а даже я позволю сказать себе хозяева нашего сегодняшнего вечера, прошу вас, если есть желание что-то сказать, это ваше время. Я думал, вы пригласили нас в чай. Это одно другому не мешает. У нас в России традиция за чаепитие говорить о самом дорогом и самом сокровенном. Пожалуйста. Очень благодарим вас. Не ожидали такой программы, встречи. Что можно сказать? Видно, вы довольно хорошо изучили историю и события. Только можно прибавить мысль о том, что это действительно чудесная история. И божественная история. И надо в конце просто как-нибудь благодарить Бога и Божью Матерь за то, что все это произошло. Но, конечно, были люди и события, и история, конкретные факты, которые важны. И особенно надо, я думаю, особенно поминать владыку Иоанна, который был Божьим промыслом выбран как хранитель иконы. Он имел удивительные качества, особенную духовную храбрость и смирение, и мудрость. И без этих качеств, конечно, это ничего от этой истории не было. Или сказать, история была совсем другая. И видите, как-никак, то, что икона именно возвратилась в Тихвин, это что-то очень особенное. Потому что она могла бы появиться в других местах. И когда это все произошло в 45-м году, когда владыка, как бы, я буду не в подробностях не мешаться теперь, но когда икона как бы появилась у него под хранительством, он всегда как бы чувствовал, хотя в те времена он не мог никак, конечно, думать, что будет, но чувствовал, что она именно должна возвратиться в Тихвин и в монастырь. Хотя позже были многие желания и просьбы, и всякие планы для иконы, но он всегда держал это намерение, и который, он, конечно, передал это исключительной мечту папе, отцу Сергию. И с этим, конечно, вот история кончается теперь в Тихвине. И, конечно, у нас многие мысли, связанные с иконой, с жизнью, с владыкой, с папой, с мамой. Когда мы были маленькие, наверное, мы не ценили, что икона такая особенная. Но, наверное, надо сказать, эти одно момент или время, которое самое такое значительная история нашей связи с иконой – это именно возвращение. Именно возвращение. Хотя были другие очень трогательные и личные времена, которые, я думаю, святость иконы, святость людей повлияла на нас лично. Но возвращение как-то превосходит это. И, конечно, мы все свидетельства этого. Очень короткое слово добавлю. Мы были очень маленькие, жили не близко владыке, но
ездили там, владыка жил около собора, мы видели в маленькой квартире, был дом, церковный дом, и мы ездили как гости у владыки, маленькие, мне было бы 5, 6, 7, и владыка открывал дверь, мы просили благословения у него, и сразу после этого мы пошли перед иконой помолиться. И теперь я думаю, что у нас, конечно, все наши родственники в это время жили за границей. У нас не было дедушки, бабушки, только владыка. И у нас была царица. Мы жили с царицей. И я очень... Это было замечательно. Надо извинить мой русский язык слабый. Отец Александр будет переводчик для меня. When I was young and in the presence of the icon, there was always a feeling of peace and that we would be taken care of. There was always serenity. Когда я был маленький и когда был в присутствии иконы, всегда было чувство мира и спокойства. For me, it is an honor to be here to know that the icon, the blessed icon, has returned to its rightful place. This is where it belonged. In all of the time that we had been close to it, we always knew that it is not something that it was transitional. It had to go home, and it is an honor for me to be here to know that the icon is where it belongs, and may it bring peace here. Это все. Была великая честь быть в присутствии иконы, когда мы жили рядом с ней, близко к ней, но пожалуй, превосходит наша честь теперь быть с вами именно где икона в родном доме, иконе монастыря. И это, я только надеюсь, что это спокойство и утешение, которое вы прибыли и чувствовали, когда были в присутствии иконы, будет со всеми с вами на долгое время. Спасибо вам большое за такие трогательные слова, за воспоминания, связанные с удивительным, чудотворным образом. И у нас была возможность как бы соприкоснуться вместе вот вашим воспоминаниям, и как будто бы тоже она была у нас дома. Вы знаете, я прошу сейчас у вас позволения. Во-первых, я хочу поблагодарить вас от всей души, от всех нас за сохранение и за возвращение нашей чудотворной святыни на родную землю. И хотел бы попросить позволения исполнить песню и посвятить ее уделу Пресвятой Богородицы, нашей любимой родине, нашей России. Молитвы и каждый колокол
Отец Сергий был не один в этом судьбоносном для всей нашей отчизны событии. Здесь, в России, верный сын Тихвина, воин Христов, наш с вами земляк, Виктор Николаевич Киприянов, вместе с преснопоминаемым святейшим патриархом Алексием и многими верными соратниками прилагал великие усилия для того, чтобы подготовить передачу иконы на достойнейшем и высочайшем уровне. И хотя Виктор Николаевич сегодня не может быть здесь по служебным делам, но мы все выражаем ему нашу глубокую и молитвенную благодарность. Александр, брат Георгий, сестра Мария, вся наша русская земля приносит вам земной поклон и глубокую благодарность. И, конечно же, наши самые сердечные, искренние молитвы мы возносим сегодня о нашем общем отце и наставнике, ушедшем в вечность, хранителе Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, протоиерея Сергия Горглавсе. И потому позвольте мне просить наш замечательный мужской хор в его память и в память всех наших небесных молитвенников и помощников исполнить эту песню как молитву. Глядись, незнакомый брат.
Пресвященнейший епископ Тиквийский Ладынопольский Мстислав, владыка, просим вас. Господи,
Дорогие друзья, конечно, мы сегодня особо благодарны семье Гравкас, лице отца Александра. И особая радость сегодня, конечно, мы испытываем всех, кто потрудился на благо возвращения нашей иконы. Мы сегодня хотим поблагодарить тех людей, кто помогал и помогает нашей Тихинской епархии, особенно Тихинскому монастырю. Конечно, хотели сегодня наградить и, конечно, порадоваться вместе с теми людьми, кто сегодня получит наши награды. Благодарность за любовь Божьей Матери Тихинской, самое главное, конечно, за любовь к городу Тихину. К сожалению, сегодня нет Виктора Николаевича, но я думаю, что наша первая награда – это награда преподобного Александра Сирского, утвержденный Святейшим Патриархом Московским Всероссийским Кириллом, Священным Синодом. Я хочу наградить отца Александра Гарбаса за его любовь, внимание, самое главное о том, что он всегда в нашем сердце, всегда в нашей молитве, всегда мы общаемся, и, конечно, для нас благодарность за ту возможность, что сегодня его вместе с нами разделяет нашу радость и праздник возвращения 15-летия иконы Божьей Матери, где он всю свою жизнь от рождения этой иконы получал благословение, молитвы и покров Царицы Небесной. Владимир Викторович. Несет послушание, защищая наше Отечество в разных местах мира. И, конечно, иконы Божьей Матери ополченной, которые сегодня перед нами, это свидетельство той молитвы, свидетельство того послушания, которое наши воины, наши защитники, самые главные, наши люди, где бы ни были россияне, сегодня
посольстве молитв Божьей Матери Тихонской. Поэтому, конечно, мы хотим также поблагодарить тех людей, кто принимает и особо несет послушание в военном отделе. Сегодня мы также хочу поприветствовать и отца Алексея, председателя сегодня военного отдела Санкт-Петербургской митрополии. Спасибо за ваши труды. И, конечно, вот эти все награды тем людям, которые непосредственно связаны с вашим послушанием в церкви. Потом мы и награждаем наших помощников, ваших и тех, кто сегодня служит Русской Православной Церкви, нашему Отечеству. Награждается Соколов Станислав Викторович. Владимир Геннадьевич. Александр Александрович. Кудина Мария Владимировна. Передадим награду тем, кого сегодня нет с нами. Они ее обязательно получат. Хочу передать медаль Виктору Николаевичу Кирьянову, который сегодня сейчас летит на вертолете из Тихона в Москву. К сожалению, не смог, но я думаю, что представителя вот его кто-то сможет получить эту нашу награду. И я думаю, что, конечно, мы очень благодарны. Мы очень благодарны за помощь, да, Мария, дайте грамоту, просто Марии и цветы, да. Да? Хочу передать от нас лучшее пожелание, поздравление, Господь, и, да, Мария. Я думаю, что сегодня, конечно, для нас этот праздник особенный, потому что мы сегодня, как говорит, бывают разные маленькие испытания, да, и это терпение, как терпение, когда что-то у нас происходит в семье, конечно, мы всегда просим помощи Божией. Сегодня, конечно, мы благодарим наших помощников, помощниц, тех людей, кто сегодня особенно
особенно дорога икона Божией Матери Тихвинская. И, конечно, сегодня события, которые происходят здесь, это память тех людей, память тех молитвенников, тех монахов, тех подвижников, тех братьев обители, которые, если мы можем сами представить, наверное, не говорят ли наши экскурсоводы, я, наверное, не слышал, но если заходить на территорию монастыря Успенской Соборной, то это вся площадь вниз, вот около 4 метров, там лежат братья. Это за то время, более 500 лет, когда обитель получила статус как монастырь, это подвижники, молитвенники, люди, которые своим подвигом и своими молитвами, слезами молились о нашем Отечестве, молились о тех царях, императорах, императрицах, которые жертвовали, помогали нашей обители, помогали городу Тихвину. Поэтому, конечно, сегодня мы благодарны им и то поколение, как сегодня уже говорили, и отца Сергия Горгласа, конечно, владыка Иоанн, когда с матушкой Александра, те люди, которые являются частичкой подражания отца Александра и близких их родных, той истории России, которая сегодня за границей. Конечно, не вспомнить сегодня храм живоначальной Троицы Чикаго, который построил отец Иоанн Кучуров, первый новомученик царско-сельский, чикагский, который, вернувшись в Россию, был расстрелян за исповедание веры. И, конечно, святитель патриарха Тихона, будучи епископом американским нью-йоркским, по его благословению этот храм был построен. Вот такой промысел Божий, Божья Матерь, уже предвидя страдания, предвидя тот подвиг, которое совершала семья Горгласа, и те многие, кто покинули свою родину, свое отечество, лишились земли, Божья Матерь свои иконы не оставляла и не оставляет. Находится копия Божьей Матери Тихвинской, которую мы с паломниками, вот отец Ануфрий, который здесь вместе с нами находится, мы привезли по благословению отца Сергия копию иконы Божьей Матери в Чикаго, где сегодня уже новое поколение, те люди, кто начинают новую жизнь, рождаются, они имеют все равно уже Матерь Покров, образ Тихвинский, который их не оставляет с их молитвах. Я хочу еще Марии Владимировны поздравить и решить грамоту с праздником. Аксия, храни вас Господь! И любимый святейший патриарх Московский, всея Руси Кирилл, миссия церкви – это миссия примирения. Наша миссия – миротворческая. Попробуйте сказать испуганному, озлобленному, голодному человеку, сидящему в подвале, в бомбоубежище. Скажите ему, возлюби врага своего, не мсти ему, молись за тех, кто тебя заставил спуститься в это бомбоубежище. Мне пришлось видеть эти испуганные глаза, когда с иконой ополченной Тихвинской спускались десятки раз в подвалы, бомбоубежище. Когда посещала с Богородицей больницы, родильные дома, когда из-под обстрелов, прячась под иконы, вывозили детей. И как только эти глаза видели Богородицу, Матушку нашу Небесную на иконе, в этих только что испуганных и подавленных взорах я видела то, что выше справедливости и мести. В этих глазах сияло прощение, горячая молитва. Сама Матерь Божия через этот образ наяву утешала тысячи униженных и оскорбленных. Перед братьями монастыря, перед всем любимым Тихвином, перед всей нашей Россией ответственно заявляю, наша миссия миротворческая будет продолжена до тех пор, пока здесь на Украине не закончится война. И от детей Донбасса хотелось бы в семью отца Сергия передать икону, которая хранится на Саур-могиле. Вот именно с этой Богородицы мы закладывали часовню. И передать книгу от святейшего патриарха Кирилла. Спаси Господи! Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Я приглашаю вас, наше всечестное семейство, занять места в зрительном зале. А на сцену я хочу пригласить заведующую военным отделом Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, настоятеля патриаршего Ставропигиального морского Никольского собора в городе Кронштадте, его высокопреподобие архимандрита Алексия. С нами разделяете наше торжество, наш праздник. Мы ждем вас 9 июля. Будем рады вас видеть здесь, у иконы Божией Матери Тихвинской, праздника. Сегодня я хочу вам пожелать помощи Божией, наградить вас Божией Матери медалью Тихвинской 500-летия за усердное служение Русской Православной Церкви. И, конечно, за тот подвиг, который вы совершаете, неся Слово Божие, неся любовь, мир, радость тем воинам, или бывает где-то на подводной лодке, или обычно на корабле, и в каких-то частях, отцы, и кто несет у вас в вашем отделе, занимается, или крестят под пулями, как мне рассказывает священник, получил реление о том, что придя, тогда в Чечне было событие очень непростое, и, конечно, когда он поднял крест, и многие увидели крест, они имели желание, просто желание креститься. То есть священник пришел, выступил перед солдатами, более 300 человек решили креститься. Это тоже свидетельство о том, что когда совершаются какие-то военные действия или какие-то события, то у человека проявляется чувство ответственности, чувство о том, что он не просто пришел в мир, он не просто защищает свою землю, свою веру, но он христианин, он православный. И вот благодаря вашему отделу, благодаря вашим трудам, сегодня я хочу пожелать вам помощи Божией. Самое главное, спасение тех людей, которые вы окормляете духовно, иконы Божией Матери, которые сегодня перед нами, свидетельство той любви к людям, тем, кто будет нести свой, свой крест, нести свои послушания и Слово Божие в те места, где сегодня наши воины, наши защитники, Иисус свой долго защищает нашу страну. Аксиос. И эта икона мы передаем на временное хранение, потому что, я думаю, она периодически будет возвращаться в монастырь, периодически будет возвращаться местом самой явленной иконы Божией Матери Тихвинской. Это образ, перед которым молились тысячи и тысячи людей, но она является свидетельством и подвига тех, еще раз, тех братьев, их паломников, ну и, наверное, тех императоров и царей, князей, кто были защитником нашей веры, а сегодня, конечно, наш народ, и, конечно, наша церковь является сегодня предстоятелем и молитвой перед Царицей Небесной. Отец, если примите эту икону, когда памяти и с надеждой о том, что вы будете периодически к нам ее приносить. С праздником, храни все Господь. Я, Боги, кидал божественный, слышал о
Сердечно благодарю вас, ваше высокопреосвященство, дорогой владыка, дорогие отцы, братья и сестры, что сегодня я сподобился бывать на таком великом празднике, посвященном передаче или возвращению домой Тихвинской иконы Божьей Матери. Почему мы так часто обращаемся к Пресвятой Владычице нашей? Потому что русский человек пропитан Духом Православным, Духом Пресвятой Богородицы. И на протяжении истории мы обращались не раз и к Казанской иконе Божьей Матери, когда было трудно, к Смоленской иконе Божьей Матери, конечно, Донской и нашей Тихвинской иконе Божьей Матери. Людям было трудно, когда были враги, люди создавали ополчение, оставляли все свое, все земное, все рода и племя, и простые крестьяне, и рабочие, и князья, и становились на молитву ко Пресвятой Владычице нашей Богородице. И, конечно, единым духом молились, и Богородица всегда покрывала своим амфором. И у людей, хотя и в меньшинстве, появлялась сила Божия. А силу Божию победить невозможно, и всегда мы побеждали. И сейчас, вот сегодня у нас тоже трудное время в стране. Вокруг наших границ есть и ракеты, и часто приближаются все к нашим границам, и часто кровоточат раны и в наших республиках. Хочется сказать, что эта икона, она будет и впредь, как и было раньше 5 лет, она будет входить в те, на корабли, в воинские части. И мы будем молиться, мы будем рассказывать людям о подвигах наших людей, наших князей, наших простых воинов. И я думаю, что Господь сподобит нам в этой молитве перед образом Божьей Матери объединиться, и мы будем знать, за что мы стоим. И в этом наша сила. Благодать Духа Святаго. Еще раз я благодарю вас, дорогой Владыка, за оказанную мне честь быть здесь с вами на празднике. Хочу пожелать и всем вам здравия, спасения, радости духовной. Храни вас Господь Бог всем. Дорогие друзья, отцы, матери, братья и сестры, позвольте сердечно поблагодарить всех вас за этот удивительный праздничный вечер. Мы прощаемся с вами ненадолго, буквально до завтра. Уже завтра, 8 июля, в 16 часов, начнутся церковные торжества и богослужения в нашем Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре. А 9 июля состоится апогей праздника. В 10 часов утра будет совершена божественная литургия в нашей родной и любимой обители. С праздником всех вас!
праздником всех вас, дорогие наши друзья. Сейчас один небольшой момент. Сегодняшнего нашего праздничного вечера бы, ну, наверное, в таком качестве точно бы не состоялось, если бы не один замечательный человек, который, вот как, знаете, такой духовный цемент, сцементировал все происходящее, пригласил людей, организовал все моменты, которые были необходимы для проведения этого вечера с любовью, искренностью, удивительной заботой о каждом участнике этого вечера. Мне очень хотелось бы, чтобы мы сейчас всем залом, всем таким достойнейшим контингентом поздравили вас, дорогой наш отец Николай, с тем, во-первых, что это замечательное событие сегодня состоялось, а во-вторых, наградить вас аплодисментами и поздравить с днем рождения. Спасибо большое. Друзья, должен сразу внести коррективы. Произошла ошибка в сценарии. На самом деле этот человек является наш преосвященный архипастырь, тихвинский епископ Мстислав. Самый главный режиссер и автор сценария этого вечера. Ему наше благодарное сердце, наши встречи, нашему сыну. Поскольку день рождения на самом деле прошел, просто мы подстроились под венценосное семейство Гарглосы. Не стали до сегодняшнего дня отмечать, то они виновники, соответственно, сегодняшнего праздника. Благодарим вас и вообще всех награжденных, они организаторы. Также моей заслуги нет, дня рождения, это заслуга родителей. И потому позвольте этим приветствием, этим пожеланиям приветствовать мою матушку. Матушка, покажите Стихину благодарному. Это ее заслуга. Ну и возблагодарить самую главную виновницу нашего события, сегодняшней встречи, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, за то, что через Рождество Сына Своего Бога нашего освящена утроба всех христианских жен и матерей. И поскольку у нас сейчас формат концерта, то позвольте призвать всех вас едиными усты, единым сердцем, единым рвением души прославить святое женское естество в лице всех присутствующих здесь прекрасных дам бурными овациями и аплодисментами. Теперь на самом деле по сценарию. Сегодня день рождения у нашего бессменного духовного наставника, у духовника нашей родной Тихвинской обители, отца иеромонаха Ануфрия. Много и благое лето, и наш благодарный поклон, и, конечно же, наше искреннее соборное приветствие, аплодисменты отцу Ануфрию. Многое лето. Наших впечатлений. Это наш живой символ, это наш ведущий, уже теперь бессменный. А в завтрашний день, празднующий свой день рождения, посмотрите, сколько много у нас. Брат Петр, Петр Захаров, звезда и общепризнанный певец мирового масштаба. Это золотой голос всего мира. Да что там мира, всей России. Петр Захаров. Сердечно благодарим еще раз всех вас, дорогие наши друзья, и просим, перед тем, как мы разойдемся, еще минуточку внимания, буквально 2-3 минутки для общего совместного фото. Пожалуйста. Просим.
просим всех вас подняться, чтобы каждого было видно на историческом снимке. Буквально на одну секундочку повернемся к вам спиной. Но это не к вам спиной, это то, чтобы наши лица, ваши лица и наши были видны в объективе этой общей фотографии.